Здравствуйте, друзья! Сейчас мы с вами вместе пройдем процедуру регистрации в фонд Skyway Invest Group. Вот сейчас мы будем регистрироваться с лендинга. Допустим, вам прислали такую страничку. Вы прочитали, вам понравилось, и регистрируетесь вы по этой кнопочке. Значит, вы здесь заполняете, пишите на русском языке имя, фамилию, телефон с плюсиком, имя пользователя, это ваш логин, который вы сами придумаете для себя, чтобы работать в компании. Здесь email укажете, на который вам придет ссылочка для активации. Здесь пароль, еще раз пароль. Далее кликните по трем картинкам живой природы, это такая своеобразная капча, и нажмете кнопочку зарегистрироваться. Другой вариант. Если вы регистрируетесь по ссылке, которую вам человек дал, уже знакомый, и он уверен, что вы регистрируетесь, он вам дает сразу на форму регистрации. Здесь вы заполняете ваше имя. Вот так вот. Пишем. Так, здесь мы сейчас пишем действующий, потому что нам придется активировать пароль. Регистрируемся. Идем на почту. Так, мы здесь не будем. На почту нам уже пришло письмо для активации. Кликаем по ссылочке. И мы у себя в кабинете. Если вы решили зарегистрироваться как клиент только для того, чтобы купить акции, то этого достаточно. Вы можете пополнять счет и приступать к покупке. Если вы хотите работать для партнерского вознаграждения, привлекать инвестиции, то мы нажимаем на вот эту кнопочку, кликаете, видите, сотрудничество называется, это активная кнопочка, и у нас появляется соглашение партнерской программы. Прокручиваем вниз, все изучаем, читаем внимательно, и внизу ставим галочку «Принимаем условия». И кликаем «Стать партнером». Теперь у вас добавилось еще две кнопочки. Здесь вы можете взять реферальную ссылку. Просто кликнуть левой кнопочкой, и у вас уже скопирована ссылочка. Можете отправлять ее кому угодно. Если вы кликните по этой кнопочке «Инструменты партнера», у вас появится, смотрите ниже, вот, если вот, к примеру, ноутбуки, как я, вы многое можете не увидеть. Всегда обращайте внимание свое ниже, прокручивайте, что вы здесь видите. Вот вы видите ссылочку, это уже ваш лендинг. Вы у себя, вот здесь шестереночка, видите, такая, делаете настройки. Кликаете ее. И опять вниз, я повторяю, вниз смотрим, личные данные. Кликаем по ним. И опять вниз смотрим. Вот они, у вас появились персональные данные, которые вам надо все заполнить. А у кого есть иностранный паспорт, желательно серию номер иностранного паспорта. И потом, значит, галочку ставите и сохранить. Когда вы все это сделаете, вот здесь в инструментах вы получите лендинг, ваша рекламная страница. Сейчас я ее кликаю, она будет полностью с вашими данными. Вот такая страничка. Вы будете отправлять. Вот скопируйте сверху ссылочку, вот эту, и отправляете ее своим знакомым, друзьям, товарищам. И вот здесь уже будут ваши данные. И скайп ваш будет заполнен. Давайте вернемся в свой кабинет и посмотрим, что мы здесь видим. Вот кнопочка «Персональный консультант».
По ней вы увидите, кто у вас является пригласителем, ваш консультант. Если выше будет еще кто-то, у вас в структуре есть, будет еще следующий консультант. Вы увидите цепочку. Здесь в структуре вы можете посмотреть своих зарегистрированных агентов. Вы можете статистику посмотреть. На этом регистрация закончена. Можете переходить к пополнению счета и покупке акций. Следующий ролик я сейчас запишу, как это сделать.